Так, там ускоряшка, да, где-то есть. Там жопой по-любому надо, да, проходить? Жопой надо проходить, слушай, да? Еду куда-то дальше. Так, я вверх на Валрайт еду, дальше куда? На другой лабиринт, что? А, вон я вижу чек. А, тут... Че, опять этот такс там угорает? Ха, ща поржем. Алёша, последний раз, мне помнится, мы с тобой как раз-таки проходили лабиринты, поэтому сегодня по классике уже жанра вновь они, поэтому, мужики... Ну, блин, блин, мужики, добро мужики. Добро пожаловать. Короче, интересно, смотрите, я купил недавно себе новый... Затроллить. Новый гаджет купил себе, послушайте, как он работает. Давай. Система поиска пидорасов активирована. Так, нет. Это что, 2010 год? Такое было. Пидорас найден. Максим, я был рядом с тобой в этот момент, понимаешь ли? Нет, ты не был со мной рядом, не бзди ко мне, мужик. Ну да, почему-то не был, то как это так? О, Максим застрял, здорово, тебя потолкнул. Ну зачем? Что, я дурак? Я наоборот в эту сторону заезжал. Ну почему я? Почему я сразу не догадался? Почему? Господи, тут же просто нужно было включить мозги. А зачем ты туда, если тут можно объехать, дурачок? Там можно объехать было? Вот я к тебе приехал, да. В описании было написано, что всегда толкнул, блин. Что типа направо, можно и налево. Я застрял. Можно направо и налево, подожди, в самом начале, да, ты имеешь в виду, там была такая вот... Нет, попытка. в описании. Так, ну здесь можно выехать и упасть, а можно дальше поехать и напасть. Так. Чё, тут ничего нет? Ссылка в описании, да? Да, пасть.ру. Я тебя порву. Просто посмотри, мужик. Далу. Уже вроде везде объездили. Реально. Вот, Джимми Вайлд ехает, решил. Ехаю. Ой, я вообще вылетел с лабиринта на землю. Так. С небес на землю, как говорится, welcome. Из грязи в грязи. В грязи? Ой, слушай, читаю, вижу, что-то интересное. Блядский лох. Чего там не получилось вообще нифига? Я вылетел, как Мейсон, походу. Так, походу, я реально в грязи уехал. Тут все пути ведут к одному месту. В Москву. Ну ведь все дороги ведут в Москву, поэтому здесь то же самое. Вот смотри, когда мы заезжаем в трубу, там направо, вот, Макс, видишь, да? Мы ж туда не попадали, а таким каким-то образом может туда залететь. И здесь сверху есть... Да, там есть такая платформица. Зачем? Я думаю, надо взять... Со всей дури туда залететь. Либо удариться об нее и туда вот за ту открывающуюся створку попасть. Давай. Аккуратно. Да, я приземлился. И назад. А, вон туда. Да, тут воурайт. Тут воурайт. Давай. Я ж тебе про это и говорю, вот. Так, подожди. Мы же можем это делать не так. Мы же можем просто взять вот машину, какую-нибудь рампу и туда залететь. Так, я залетел. Хорошо. Машину как рампу. Ну, хотя разгона не хватит же. Ну, окей. Будем действовать так. Помимо того, что, Лёха, тебе нужно залететь в эту фигню... Дальше тебе нужно проехать по воурайду. И там очень-очень далеко долго-долго ехать. Безошибочно. Но он написал, помните, что надо направо, иногда налево. Привет. Здорово. Держись. Так, давай сюда. Вы что, там вообще буханку устроили, что ли? Так. Мой боженький, какой тут дерьмо. Какой тут ужас. Хорошо, что я не залетел. До скорости набрать. Лёха поехал. Давай. А, ебанумбан. А куда надо? Куда надо? Туда, куда вот мы вылетали. Нет? Блин. Мне скорость не... Я если на этой тачке... Надо проехаться на второй лабиринт или что? Туда, в следующую кнопку. Да, вторая платформа, то есть начинается, вот эта вторая часть. Ты на нее наезжал, Максим, уже туда? Заезжал туда? Я, короче, первый раз доехал, я думал, что надо где-то остановиться или чекпоинт в самом верху. То есть там без тормозов надо, да? Я не знаю, как к ним материться. Немного другая, Леха. Немного? Ну... Да, блин. Ну окей, я заезжаю сюда, ладно. С периодичностью какой-то, некой. Ну не все так просто. Каламандра! Я доехал, там надо остановиться будет вовремя, ребята. Как вы? А когда? А где? А где, когда? Да. Там проезжаешь, короче. Начинается платформа. Надо на ней успеть остановиться, потому что дальше там идет скилл-тест. Она где высоко? Ну ладно, мы пока не увидим, не поймем, понимаешь?
Нам бы вот сюда залететь. Здесь, короче, есть место для разгона. Как заезжаешь сюда, здесь специальный тупик. От него можно больше разгона взять. Соответственно, и выжить больше шансов. Там еще косяк, правда. Да блин, я врезаюсь, короче, плохая идея. Там идеально надо, идеально просто на воурайде начать движение. Идеальнейший. Но. Я вроде как начал, а вроде как упал. Так. Сам просто как, сука, памятник стоит какой-то, знаешь. Ну что за дерьмо, а? Памятник этому лабиринту. Так. Что это? Лёха, хер. На там, да, спавнится иногда криво, сука. Это что за такое? Ну что это такое, а, бля? Что это? Ну я, конечно, попытаюсь это сделать, но... Я ударяюсь! Твою мать. Об стенку, да? Да, там кривая какая-то вообще. Ой. Удержаться. А я не долетаю! Вот именно, я тебе говорю, надо как-то... Я не пойму, надо еще выше было брать. Еще. Блядь! Там нельзя слишком много вверх-то взять. Там какая-то хрень, я где ударился. Я вижу чекпоинт, вон он. В смысле? Бля! Слушай, короче, я понял, как это проходит. Делаем так, как мы делали, но когда мы заезжаем на воллрайд, максимально вправо тащишь просто. Ну, вверх ты имеешь в виду. Да, вверх максимально нужно делать это. А-а-а, ты это глупость! Там прям из лабиринта. Там прям из лабиринта чекпоинт. Вот он, тролль лабиринт. Там прям из чекпоинта. Там из лабиринта прям этот чекпоинт видно. Понимаешь, я прям камерой навел. А-а-а, да. Я взял его! Все, вот это так! Ран, Васиран! Оба! А! Я тебе помог! Ты заебал! Мейсон, сука! Пидорас! Хуебес вонючий, блядь! Ну я рот топтал! Зубами просто! Топтал рот назад, что? Что, нихуя. Нихрена себе. Да, интересно, вообще найду сейчас выход. Мне надо чекпоинт как-то взять. И где его нарыть? 10 чекпоинтов, да? Да, хорошо. Я взял, извините, уважаемые люди. Молодец, Алёша, молодец. Я на тизеракте взял эту хрень. Ну, дец, огурец. Это да. Классно, это просто мне нравится. Я ставлю лайк. Сразу, когда такое вижу. Мне привет! В воду утонул. А, вот и моя писька! Что ты там несешь, Максим? Что у тебя все? Все уже. Так, я не взорвался, я остановился! Это хорошо. Это значит, я могу проходить скилл-тест. Почему здесь памятник реально все время стоит? Почему он теперь здесь? Что я успел взять чек, надеюсь, да? Я взорвался, ну как бы все хорошо. Да. Так, а там ускоряшка, да, где-то есть. Там жопой по-любому надо, да, проходить. Жопой надо проходить, слушай, да? Наверх, когда едешь. Но там есть одна такая штучка, да, где нужно аккуратным быть. Ладно. Методом там тыка. Ты увидишь, ты днище, смотри, днище свое. Тантум верде форте. Зачем мне? Так. Твой канал смотри. Лети до сих пор. Тоже здесь. Значит, здравствуйте. Шуруем отсюда. Так. Давай. Ну и что, и где здесь? Я слышу в вас разочарование. Горечь, печаль. И нет образования. Какого? Даже тебе пойти работать, бать. Какого нахрен образования? Что ты несешь? Нет, это рэп, год, плиз. Так, что здесь происходит? Как я тут застрял, блядь, что? Тихо. Как это? Ну давай, да хоть ты сюда долети, ну понятно. Сюда. Пидорское ускорение! Выкинуло меня, но я выжил! Я выжил, я сказал, что я живу!
Живучий таракан, бля. Я живучий таракашка. Таракан Алексей. Таракан Лерой. Заебал, застреваешь. Пау-пау-пауч. Люди многоуважаемые, скажите мне, что тут происходит. Что происходит, какая-то непонятица, мужик. Все потеют, все воняют. Всем приятного аппетита. Как надо. Угомонись, угомонись. Тихо. Ёпте в каку. Какой же это пот. Какая же это грязь просто. Ну мне настолько насрать, я просто я с первой попытки тут живу. Не падаю, какая машина-то хорошая. Да хватит, стена уже гонит. Стена уже гонит. Стена уже гонит. Чего? А ты, мужик, не гонишь? На стену-то я да просто хочу проехать это. Закомонался, ну где тут уже выход-то? Так, есть, of course. Просто покажите мне выход. Так, что, куда ехать? Где? Куда тут? А, ёпте в кого. Охренеть, углы вы придумали здесь. Я за... О, да. Не рыгай мне в блюдце. В блюдце? Так. А вот он мой маленький чекпоинт. Вот, а как сюда надо? Ой, Максим, слушай, знаешь, что я сделал? Я с первой попытки прошел это. Этот лабиринт. А там не сложно, там не сложно. Надо, ну да, он такой интересный, да. Концентрации. Все, я выезжаю из него, еду куда-то дальше. Так, я вверх на Валрайт еду, дальше куда? На другой лабиринт, что? А, вон я вижу чекпоинт. А, тут... Нет! Короче, ребята... Не-не-не-не-не-не, установись. Установись. Сейчас пошла вообще непонятница. Это даже не лабиринт, то есть тут есть два пути мне, налево или направо. Налево пойдешь, там то гребешь, да, направо пойдешь. Да, 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 и мне надо решить сейчас где-то. Так, я сделаю вот так. Ух ты, бандито. Да я хочу просто взять чекпоинт, дай проехать. А теперь обратно. Так, я в лабиринте. Ты проходил лабиринт или нет? Давай! А, там ловушка! Максим, тут лабиринт как многоуровневый. Берешь, залетаешь, получается, на этот лабиринт. Вот там вначале видишь, там справа он, короче, там у тебя чек. Но. Вот, потом едешь, там найдешь три, короче, типа маленькие рампы такие. Выбираешь, какая из них тебя сможет подкинуть вверх. И ты, типа, на самом верху лабиринта, тупо вот я проехал по нему. И спустился на чекпоинт. Я не знал, как там пройти, короче, сделал вот так лайфхадронский. Подожди, я вернулся туда, где начал? Почему нет? Что происходит? Да, ты что, дядя? Так, у меня какой чекпоинт по счету? Пятый, ну. У меня шестой, ну. Ну, все. Я еду прямо, да, значит? Ты в лабиринте сейчас где-то, да? Да, ну налево, прямо поехал, точнее, да. Прям налево. Там такой сложный угол, да, не? Ну, там такие воурайды, рампы, знаешь, такая тема, короче. Я видел, да, что-то такое подобное. Ладно, попробуй и туда там проснуться. На одном из них я просто тупо подлетел и понял, что... Ничего. Я ну, вижу, да. Ага, тут нереально это, я понял. Здесь сложно. Нет, тупик. Здесь сложно. Угу. Попробуем вот это. Ауч. Какая плотная сегодня у нас задача. Да не говори. А. Желтая, значит, неправильно. Давай, мастер циркуляции, давай. А, аннотации. Я понял, да, работает. Да, ты хрень. Да, я понял так. Тебя. Я тебя понял, брат. Братишка, я тебя понял. Братишка, понимаешь, я тебя понял. Братишка, ты понял, нет? Понял, нет, значит? Yes. Все, братишка, я понял, что ты понял меня, что я тебя понял. Натурлих. Ну, давай, поехали. Ага, ема, здесь чё, пацан, наворотил? Как что, в смысле? Только что ж тут ездил, ебанул бы. Почему ты как нуб не можешь проехать нормально, дядь? Я могу, а ты? Да ты, ну она там дырка сраная, почему она там... Вот тебя затроллили даже так. Ты почему она там сделана, сумка, она именно там, куда я хочу вылететь, она все время там. Да, ну ты понял, да, ты вылетаешь на верхушку, да? Да, и там вот дырка, то есть мне надо остановиться, но я всегда в дырку туда улетаю. Вот она, история. Пожалуйста, давай. Ебучая дырка.
С ней у тебя явно проблемы. Вообще лютые. Может быть, надо сходить вам к гинекологу. Просто... Если дырка-то ебучая. Просто вышли. Ну, у нас кто-то был? Они увидели вот это. О, фига, Лети берет на мне респаунится. Че, оборзел? Ёпте, залетел. Так, давайте ускоряшку. Ауч! Неуч! Неуч? Неуч. Что это такое? Так, окей, я взял чекпоинт. Что дальше? Можно выходить? Я не понимаю, просто... Непосильно автомобилю такому ездить вот так, вы что, вообще еда. Тут ебанумба, тут еще взорваться можно. О, Так, подожди, я залетел. Дай мне правильно, прямо, потом налево, направо. На зеленую уже, да? А, ты на втором лабиринте, да? Короче, прямо я потом с одной стенки перелетал вот с левого, да, рампы, с левой рампы. Перелетал вправо, короче, по инерции. Да? А что, типа право вот же может... Справа налево, короче, прыгал, но вообще в левой стороне путь. А, ну так тоже, да, идея. Прикольно сделал, да, придумал, сука ты. Спасибо, спасибо, спасибо. Так. Ну у меня, дай боже, тизеракт с этим хорошо справляется, поэтому... У меня прямо вообще сразу переваливается, найс. Так, тут дуе. Дуе? Дуе? Уе, you know the way, my Buddha. Do you know the way? Так, там ускоряшка. Point здесь, point там. Ну тут я точно не проеду. Давай, 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 давай. Или наоборот. Ой, как я застрял. Так, или наоборот, я возможно в трубу упаду, на трубу. А там вот ускоряшка, слушай, что с ней делать? А на ней вообще вот прям перед началом ускоряшки берешь тихонечко. Прыгаешь и получаешься, получается, победителем становишься. Утри. Да не работает, блядь. Там ускоряшка такая, рампа, да, ты понял? Да. Я просто, ребят, а, ну все, изи, изи, все, взял. С первой попытки, найс. Так, что это такое? Соизвольте мне узнать. Как? Я не понял, что? What? Что? Ребят, я просто не понимаю, что у вас там происходит. У нас происходит весьма веселое происхождение местоимений и глаголов. О, сложно. Ёпт, today, так а тут нету правильного пути. Здесь нет правильного пути, да ладно. А что за тролль? Меня не дели на ноль. Мне кажется, там боком развернулся что-то на ней, в щелку. Я хочу сейчас посмотреть. Проехаться, ооо. Что это за дичь? Это тропа какая-то нереальная. Там нету вообще ни одного проезда. Уезда. Почему ты так считаешь? Нифига. Так, я попробую сделать отчаянно. Может быть, сейчас я за... Так. Ой-ой-ой, как это сложно. Да, я на трубу залетел. Какой чекпоинт у тебя? Лайфхак! Вижу. Лайфхак! Это вот сработает? Я не знаю, получится, не получится. Блять! Пидор! На, Леха падает! Максим, там что не сказал, что на красный-то это? Ускоряшка! Ну какой? Красный круглый лабиринт, и я проходил, мучился, там в конце ускоряшка. Так ты же слышал меня, ты сам сказал, вот на троне Максима. Да, 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 здорово, вот, да, вот так вот и живем. Сука! Муа, блиссимо, муа! Дайте, я тоже пройду, я хочу... Ой. Ой, какой ты грязный. Какой же это у меня, просто у меня сразу... Вообще, да? Сегодня вообще вот так хорошо нас потроллили. Потроллили прям в бочку нас. У тебя еще машина жирная, задовая. Ну, она же нормально сидит, тачка-то. Я в такие... Да, там с челями я иногда мучился долго. Но на ней же, по сути, реально, да, пройти все. Как на парковке, знаешь, типа, вот прям в упор руль. Да, 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 да. Так, вот здесь надо сейчас задом, 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 аккуратней. Привет, вертолет летает. Лети психанул, лети психанул. Давай, лети. Дальше чё, где чекпоинт? А, вижу. Найс.
Ты еще задом на самом деле, чтобы, знаешь, еще ни одну. Одну не словить, да? Что на трубу? Прыгай на зеленую, вот сразу трубу вот эту. И езжай, все. Весь там. А отскочил! Там все, что ты поднимался, вот я поднимался, все бесполезно тупо было. То есть, короче, просто было... тупо прямо. По трубе проезжаешь, да, и все, и ты получаешь чек. А я поднялся, думал, там, что, типа, как. Думал, а тебе думнул. Ладно, поехали, таким образом. Подожди, так назад, вперед. Прямо назад. Просто тупо, да прямо едь. Вон, Лёха, едь по трубе, давай. Ну, а мне потом куда на трубе-то тут? Вот вниз. А, в трубу в саму? Вот Лёха, там внизу чекпоинт. Дядя, ты дурак, кривой. А, прямо надо с разгона было? Конечно, давай, конечно, давай. Смотри, вот тизерак тема, вот, смотри. Здорово! Ты что, угрожаешь? Здорово! Что за доставочка такая? Что за Delivery Club? Чекпоинт, чекпоинт сзади, чекпоинт! Нет! Ты куда меня? Сейчас перереспавнится, срочно. Так смотри. Так мне все равно в трубу. Я же мог и так попасть в нее. У тебя чекпоинт. У тебя чекпоинт не взялся? Ну вот он где-то, да, тут. Так он внизу на этой же был. Да где? Вот он. А теперь где? Вот я вот здесь чекпоинт. У меня вон там он был, сейчас я обратно еду. Давай. А почему у меня не здесь был чекпоинт, алло? Что за рандом? Вообще класс. У меня вот здесь, вот здесь, вот где Лети стоит, вот тут чекпоинт был, да. А я, так ты снизу, может, как-то случайно взял и дальше поехал просто. Так это был у меня предпоследний, да, то есть перед финишем. А у тебя вот там перед финишем там. А у меня там, я видишь, я на трубу-то дальше, чем ты, видимо, упал и не взял тот чекпоинт. Типа чекпоинт телепортнулся, получается? Нет, ты просто упал ниже. Упал так ближе. Я падал сюда же так же, вот на эту. Нет, штуку, я дальше улетел с разгоном прям. Все, иди и финишируй, дядя. До свидания. Выясняют. Молодец. Дом 2 какой-то. О,